коллективная жизнь устроена. Отдохнем мы, товарищи. Ёлки-палки. И гол. Какая ничего не бродит. Ну вот, пожалуйста, как отец. Финт Боброва прошел за воротами в ближний угол. Гамаляка. А вот Захаров владеет. Один в один. Гол. Советский гол. 2-5. Игра была тренировочная, что нужно мы как бы добились. Поиграли на хороших крестьян с хорошей командой. Понятно, они посвежей. Но вы сами видели, где-то и мы зубы показывали. Были моменты, как бы. Ну, задачу выполнили. Перед тригоркой, главное, у нас тригорка, ЧПИ, готовимся. Играем на хороших скоростях, с хорошей командой, это нам поможет. Ну, что счет 6-2, но ну, понятно, по игре высшая лига. Но может было, хотелось бы немножко получше, но. Еще раз говорю, просто тренировочная игра, и как бы нам радость с высшей лигой даже за гордость поиграть. Озерск играет с высшей лигой, это уже ну, хороший результат. С нами играют, с нами как бы нас ну, уважают команду. Это самое главное. А сейчас готовимся дальше, Трехгорный, ЧПИ. Проигрывать нельзя. Есть пару больных, немножко дал поиграть, потом снял с игры Шакиров с Демкиным, якобы, чтобы полечиться им немного. Снял с игры, побегали периодик, все, ну как бы... Если по игре сказать, ну, хотелось бы лучше. Были моменты, надо было забить, вы, наверное, сами видели. Там пару моментов получили в обратку. Но это хоккей. Ну, рад за команду. Нормально все. Пока все нормально. Готовимся к чемпионату области, к основному соревнованию. Была хорошая игра. Спасибо. Ну, я скажу, Озерск – это неплохая команда. Там есть, кто может забить, поддержать. Ну, я думаю, хороший матч получился, товарищеский. Неплохо вратарь отстоял. Еще пару игроков, 14-й, 23-й, там, 10-й номер, 9-й неплохо смотрелись. Ну, видно, где-то поиграли,
Ну, главное, что коллектив, смотрю, что хороший. Видно, ребята все стараются играть. Ну, игра такая, сказать, что получилась боевая. Да, я скажу, ну, неплохая команда для области, очень здорово. Самое главное, что Бестром сыграли сегодня, слава. Самое главное, да, это мы готовимся к чемпионату. У нас осталось 3 игры. Выигрываем, попадаем в плей-офф. Это вот в преддверии подготовки у нас была эта игра. А если мы выигрываем, мы чемпион области. Спасибо. Да, 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 я в курсе. Вам надо выиграть 3 игры. Спасибо, Влад, до свидания. Спасибо, что нас приняли. Вам спасибо, что не отказали. До свидания.